как я сдаю сессию в вышке. Например, сегодня у нас был экзамен по истории, который длился почти 3,5 часа. Нужно было написать 3 разных эссе по 3 разным темам, не менее чем на 600 слов. Здесь я показываю самую надежную методику впитывания знаний. К сожалению, на этой сессии у меня экзамены стоят вплотную, я их сдаю практически каждый день. Это высасывает всю жизненную энергию, но после экзамена вечером тебе нужно уже готовиться к следующему. Выжить-то можно, но шанс написать экзамен на хорошую оценку значительно снижается. Больше об учебе в вышке можешь найти в моем инстаграме.